І я зараз іду на шоколадний мастер-клас. Мы с Ярославой идем в магазин-кафе «Сладкий мир» готовить вкусняшки. Открывай дверь, не бойся. Проходи. Мы уже вошли, разделись. Ярослава рассматривает снеговиков, елочки. Еще не убирают украшения к Новому году. Пойдем в магазин туда посмотрим, какие там есть сладости пока. Еще есть чуть времени. Смотри, какие красивые. Видишь, коробка в конфеты. Сколько много шоколада. Посмотри, Ярослава, какой шоколад. С маком, с орехами. Что? Сердце? О, это выход. А это знаки зодиака, шоколадные фигурки. У меня знак зодиака вот этот. Лев, да, твой знак зодиака вот этот. Смотри, вот еще какие наборы вверху. Тапочки, Ясь, видишь, сумка. Это тот, который придумал компанию Apple. Стив Джобс. По-моему, так. Здесь просто шоколадные фигурки зверей. Смотри, какое сердце огромное, шоколадное. А внизу самолеты. Ангелочки. А вот свиньи. Ого, да, свинья какая большая, шоколадная. А вот это классная штука. Пойдем, тебе что-то еще покажу. Сюда проходи. О, да. Это же эти печеньки с посланием. Да, это печенье с посланием, правильно. Иди сюда, проходи вперед. Вот смотри, какая фигура шоколадная, да? А ее можно есть? Ее можно есть. Ты знаешь, трогать руками, да, нельзя. Знаешь, сколько, какой вес? 17 килограмм вес этой фигуры. Видишь, написано? Так ее честно можно есть или нельзя есть? Можно. Я самая большая шоколадная обезьяна в Харькове. Сделанная из настоящего премиум шоколада. Не, ну если я ее съем, она будет не самая большая. Ты ее не сможешь съесть, лопнешь. Мама, это надо дарить, шоколадные. Это надо дарить любителям, тех, кто любит играться в шахматы, и тех, кто любит шоколад. Наполнять нашу шоколад. И поближе нужно заполнить ее шоколад. Готово. Одну половинку сделала. Теперь бери форму и вращай так, чтобы по всей форме твоей распределялся шоколад. Чтобы не было пустых мест, и сделаем разлет. А потом он там внутри будет пустым, потому что оно все разольется по стенкам. Да, да, да. Именно вот я почему спрашиваю, чтобы ты вспомнила эти фигуры. Туда в серединку можно будет что-то покласть тогда. Теперь будешь знать, как делают киндер. Так же, как и ты вращала в руках, только вместо тебя будет чуть дольше это делать равномернее. Вот такая вот машина, центрифуга. Видишь, она таким же образом вращается. Сейчас шоколад распределяется, ты уже поняла, как это все делается. И в итоге у нас фигурка заступает. Сначала нужно сделать чашку, нужно наполнить сюда шоколад, да, чуть-чуть подождать, чтобы схватился слой, и обратно лишний шоколад вылить, вот сюда. Готово. Теперь проходи. Так, а что это будет? Чайные шашки есть. А, чашка будет. И ложка, да? Класс. Ложка. А это миска для чашки. Можно вот так прямо его оставить, посольется. Будет чашечка вот такая. Ова. Класс. Заливаем нашу. Можешь, если больше налить, ничего страшного. Вот это все мы берем. Так, стоп.
стараешься, а потом жалко будет и кушать свои поделки. Теперь ложечку. Не надо добавлять. Вроде хорошо, да, налила? Молодец. Ну, было то, чтобы она была ровная, но считай, все выравнивает. Пробуем шоколад. Мне больше белый нравится. Смотри, что мне вообще с этой закончится. Мороженое. Я потом буду украшать. Это такая посыпка, видишь, как на Пасхе мы делаем. Кунжут, орех лесной. Здесь будет шоколад. Здесь мороженое. Все, и начинаем украшать. Так как тебе нравится, вот также можно еще убрать воздух с нашей плитки. Ой. Таким образом, чтобы он распределился. И посыпая сверху, так как тебе нравится. Орешки украшать. Можешь вставлять, все, так как в шоколадке все, ты видела. Украшу по-своему, ладно, мама? Ну, украшай как хочешь, это будет твоя шоколадка. Так, больше набирай в ручку, аж ты за каждым зернышком. Подожди, сейчас. Самая вкусная шоколадка. Позже мы посмотрим, что у нас получилось. Да. Ну, все, закончим? Нет, наверное, нужно застывать. Интересно. Давай, теперь вот сюда. Все равно с посыпкой. Ну, делай. Это такие, как мини-ММДМ-сики, видишь? Будет красиво на мороженке смотреться. Смотри, ты уже и мороженое сделала, и шоколадку сделала. И что ты еще киндер. Сделала? Киндер. И еще что? Тарелочку и чайный набор, да. Ребята, пока застывает мой шоколад, я буду пить чай с конфетами. Здесь уже все подготовили, конфетки, кружечки. Наливать чай? Наливать. Убирай руку, он горячий. А, он еще не заварился, плохо заварился. Давай чуть еще постоит. Светлый, видишь? Можешь пока конфетку просто скушать. Это я уже сейчас буду вторую конфету есть. Нравится? А вот мармелад. Угу. Интересно тебе? Теперь будешь знать, как готовится шоколад, из чего. Из вот этих вот зернышек готовится шоколад. Это белый шоколад кусками. Какао-масло. Черный молочный шоколад. Вот еще какой интересный, как камень. Чай попила, теперь продолжай работу. О, а ну покажи. Какая кружка. А ложка, смотри. И блюдечко. И мороженка. Киндер уже запаковали эти шоколадные. Боже мой.
клади сюда кусочку. Это твоя шоколадка готова уже. Класс. И мороженое. А ну покажи. Красивая. А ты сзади видела? Сладкий мир написано. Сейчас тебе все соберут, а домой приедешь и будешь кушать. Подарки схватила и диплома нужно снять. Форму, Ярослава. Став на стол. Раздевайся. Куда она стекает? Шоколад течет. Когда шоколад стекает? Ну там емкость специальная есть, и она туда стекает. А откуда перерабатывается? Шоколадный водопад. Класс. Можно вот так вот взять и пальчиком подхватить. Ты не наелась еще пальчиком подхватить? Тебе уже давали пробовать. Знаешь, есть такой шоколадный фонтан? Да. Есть фонтан, а это водопад шоколадный. Мы уже вернулись домой, и сейчас я вам покажу, что я сделала на мастер-классе из шоколада. Я сделала вот такое вот мороженка. С одной стороны конфетками украшена, а с другой стороны надпись «Сладкий мир». Еще блюдечко и кружечка. Они прилеплены вместе. Но это их уже склеили, а так по отдельности делали блюдце, кружечку. Ложечку ложечка. Туда ложи. Тут, кстати, рисунок есть. Угу. Вот такое вот яйцо. А давай его откроем, посмотрим, какое оно внутри. Ну, давай. Ой, ну твердое такое. Тяжело открывать? Ага. Ну, сильнее прижимаю, так не пошли. Не то, что как киндер. Не? А как же его есть? Не знаю. А ну дай. Вот это да. И правда, даже я не могу его раздавить. Ну ладно, оставим. Еще вот такую я вот шоколадку, я ее украсила орешками, посыпкой. Да, плитка шоколада. И я еще получила вот такой вот диплом. За успешное прохождение мастер-класса. Да. А ты расскажи, что тебе больше всего понравилось делать? Ну, наверное, мороженка и вот этот шоколад. Их там надо присыпать. А, потому что украшать их нужно. Поэтому да. Больше всего и понравилось? Да. Кому понравилось это видео, поставь лайк. И подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. А еще напишите в комментариях, кто из вас любит ходить на разные мастер-классы. Пока-пока!